кто-нибудь знает, что происходит? Стоп, никакой паники, надо просто связаться с машинистом. Алло? Эх, видимо, какие-то точно неполадки. Связь с машинистом не будет. Не только связи не будет, мы вообще остановились! Господи, а что случилось? Да у нас проблемы и творческая, и всякий кризис у нас! И что нам делать? А это уже не по моей части! Я знаю человека, который не боится никаких проблем. Друзья, мы хотели бы пригласить на сцену исполняющую обязанности ректора ЧГПУ Владимира Витальевича Садырина. Добрый вечер. Прежде чем говорить о весне студенческой, я хочу две хороших новости, ну, чтобы кризисное настроение пропало. Во-первых, Министерство образования и науки Российской Федерации опубликовало рейтинг педагогических, социальных, гуманитарных вузов России и рейтинг Челябинского государственного педагогического университета повысился на 19 пунктов, и мы сейчас на 10-м месте. Во-вторых, я хочу сказать, что 3 часа назад закончился областной конкурс «Педагогический дебют». И победителем этого конкурса стал выпускник ЧГПУ 2010 года, естественно-технологического факультета Тимур Габретдинов, Увельская школа номер 2. Внимание, внимание, всем пассажирам просьба! Но я думаю, что когда начальник поезда у нас такой, как Равкат, понял, значит, с нашим поездом ничего не случится. Я буквально 2 слова хотел сказать, но мне вот уже не дают. Значит, я должен сказать, что на следующий год мы постараемся не только удовлетворить то, что вы аплодировали ввести спецдиплом Александра Филипповича Аменда, но мы постараемся не вручать специальные призы, а разделить факультеты по численности, и чтобы был не специальный приз, а, допустим, первый приз. Вот факультет социального образования будет награждаться, но специальный приз – это как-то специальный приз. А вот если он будет на следующий год звучать, что первое место занял факультет социального образования среди факультета второй группы, это будет более солидно и более денежно весомое. Так что на следующий год мы сделаем так. А поскольку мы это не успели сделать, то в этом году специальным призом за успехи в развитии студенческого творчества награждается исторический факультет. Мне сказали, что должен пройти декан и председатель студенческого самоуправления. Но посмотрим на сообразительность историков. Специальный приз за успехи в развитии студенческого творчества награждается математический факультет. Я хотел сказать, пока Светлана Васильевна идет, что в прошлом году мы вручали деньги, а в этом году студенты сказали, что вдруг деканы их куда-то потратят. И мы решили конкретные призы студентам.
За третье место награждается факультет подготовки учителей начальных классов. За третье место также награждается профессионально-педагогический институт. За третье место также награждается факультет социального образования. За второе место в весне студенческой награждается естественно-технологический факультет. Студентам естественно-технического факультета. Я хочу сказать большое спасибо Совету студенческого самоуправления. Галочка, я хочу сказать тебе спасибо. Я хочу сказать, Настюш, тебе спасибо. Спасибо за возможность стоять здесь на сцене. Спасибо. Дипломом за первое место награждается факультет иностранных языков. Я бы тоже хотел поздравить факультет. Сказать студентам спасибо. Нам очень приятно, что мы 7-й год подряд становимся с победителями. И еще приятнее, что это произошло в год нашего 70-летнего юбилея. Спасибо всем. Когда в этом дворце был конкурс танцевальных коллективов, мы Николаю Михайловичу Горохову, который готовит нашу команду к эстафете на приз газеты «Челябинский рабочий», сказали, что надо прийти обязательно посмотреть, ну, в частности, танцевальный коллектив «Бег на месте», потому что если команда Юргу увидит, как танцуют наши девчата, то они точно проиграют. Значит, всех с праздником, всего доброго! Спасибо, Николай.